Каждый день в своей жизни я стою перед выбором. Это проявляется в различных ситуациях. Каждый день я должен выбирать то это. Помните, как в той песне Аллы Борисовны Пугачевой? Вот такая игра, но приходит пора выбирать, бежать или жить. Я не буду с вами говорить о механизме выбора. А поговорим мы с вами про это. Мы сталкиваемся перед выбором. Уступить место человеку в транспорте или нет. Подать руку выходящему из маршрутки или нет. Подать руку девушке или мужчине. А поговорим мы с вами не про это, а про то. Вот что ты сейчас держишь в руках? Оно тебе надо? Не закатился. С вашими съемками у меня руки затекли и мячи не залетают. Мы пока еще не решили, о чем будем с вами говорить. Мы стоим перед выбором. Будем мы с вами об этом говорить или нет? Вы думаете, я ради приза здесь корячусь? Ради выбора? Я корячусь здесь ради выбора. Я хочу выбрать между тем, жить или бежать. Пора бежать. Игра, но приходит пора. Ну ты жучара. А я не жучара. Потому что у меня есть выбор. Я не жучара. А у тебя выбора нет, и ты жук. Да. Я расскажу вам сейчас, что такое выбор. Как вы думаете, что же это? Так вот, Алла Борисовна была права. Если ты слаб, ты должен бежать. Но если ты силен и крут, как я, то ты можешь запихнуть любую проблему в зад. Зад? А вот в чей зад? Что бы вы выбрали? А вокруг суета на свободные места. Все, давай, мотор. Ну давно мотор. Выключай. Каждый день. Выборы, не выборы, мне по барабану. Мне главное, чтобы мы получили приз. За приз мы снимаем. И за него мы снимем все. Это, в принципе, хорошо получилось. Такая метафора просто. Думать об опавших каприз. Главное не лошадь, а приз. И тогда простая.